Я утром перед работой надушился и пошел на свидание. Это что? Это что? Сегодня в этом видео я буду тестировать новый мужской аромат от компании Фаберлик. Поэтому, если вам интересен мой отзыв, оставайтесь со мной до конца и всем приятного просмотра. Ну а с кем мы еще не знакомы, меня зовут Алексей. Добро пожаловать на мой канал. И если вы смотрите это видео впервые, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, и мы начинаем. Аромат выполнен в 100-миллилитровом объеме, как, в принципе, и многие мужские ароматы в компании. Давайте посмотрим, что же пишут про этот аромат. Новая эра уже наступила, это время возрождения гармоничных отношений человека и природы. Ну да, куда нам деваться, да, сейчас все ударились в экологию. Наша планета чистая и цветущая, такой мир создаем мы сами. It's clear, это экологично, колпачки сделаны из пробкового дуба, кора которого самовосстанавливается без вреда для растения. Крышечки и флакон снабжены специальными откручиваемыми пульверизаторами, подлежат повторной переработке. В пеналы парфюма мы заключили живые семена растений, которые могут прорасти в земле, и выбросы CO2 при производстве флаконов сократились на 70%. В общем, направление этого аромата — древесно-зеленый аромат, на что я и купился. Вот, поэтому мне больше всего нравятся древесные ароматы. Сочетание грейпфрута, свежей зелени, пряности, душистого перца и базилика показывают всю полноту жизни и гармонии с природой, наделяют ее новым смыслом. Комплекс фотоджия восполняет энергию. Ноты можжевельника прорастают в композиции древесным аркодом. Вот, пирамида. Верхние ноты грейпфрута, аккорд свежей зелени, молодая еловая хвоя, ноты сердца — это душистый перец, базилик, чабрец, и базовые ноты — гвояковое дерево, можжевельник и дуб. Ну что, цена этого аромата вау, я вам скажу, далеко не бюджетная. Сейчас она представлена почти 18 тысяч, друзья, и то это вроде как скидка. В общем, давайте посмотрим. В этот раз я решил не рисковать, так как аромат, ну, по моим меркам, считается для такой компании очень дорогим. Поэтому я решил заказать сначала пробник. Пробник идет 1,5 мл. Я думаю, мне за глаза хватит его протестировать. И давайте же начнем его тестировать. У меня уж прям руки трясутся. Очень прям интересно попробовать этот аромат. Это что? Это что? Сейчас я в прямом смысле буду как... Боже мой! Это... Хотел сказать, я сейчас буду как новогодняя елка пахнуть. В прямом смысле этого слова, друзья. Прям хвоя, хвоя. Прям, знаете, мне напоминает какие-то масла, как будто бы я сходил в баню. Вот, знаете, в баню продаются такие хвойные масла. И мне вот кажется прям... Как будто вот... Маслом этим пахнет. Слушайте, ну мне вообще этот аромат не нравится. Это тоже абсолютно не мое. Я считаю, что за такие деньги это очень-очень дорого. Но кто его знает? Может быть, он какой-то эксклюзив. Может быть, он дорогой от того, что нос зачесался. Все, я сейчас весь натрусь и буду пахнуть. Слушайте, ну, двоякое такое впечатление. Ну, сразу скажу, что точно мне этот аромат не нравится, тем более за такие деньги. Но я очень-очень бы хотел узнать, может быть, кто-то из моих подписчиков приобрел. Я так счастлив, что я не заказал этот аромат в полноценной версии. Потому что я даже не знаю, кому бы я его подарил. Ой, слушайте, а теперь мне кажется, как будто я его вообще и не слышу. На руке он как будто вообще пропал. Вот так вот немножечко лимончиком отдало. Но первое, знаете, первый удар все равно это вот прям вот этим маслом хвои, который вот используют в бане. Вот, ну, что-то здесь еще такое, как будто вот лекарственное, я не знаю.
Но он в принципе, я думаю, что аромат не тяжелый. Он все равно, наверное, вот сейчас на руке он развеялся, он уже не так сильно. Он уже не так сильно у меня пахнет на руке, и меня это немножко напрягает. Я не могу понять, потому что мне показалось, что аромат настолько насыщенный, что он должен прям пахнуть, а он нет. И такое ощущение, что вполне возможно, когда если его нанести, а я завтра это обязательно сделаю, нанесу, посмотрю, как на улице он себя поведет. Мне кажется, возможно, что он откроется совсем по-другому. Вот, и у меня настроение уже начинает меняться, и сейчас он как бы вот он меня не напрягает. И вообще все, я расстроился, я не знаю, что сказать. Я расстроился, что не заказал целый аромат. Теперь уже интересно с флакона попробовать. Ну, кстати, многие у меня представители говорят, что пробники не соответствуют полноценным версиям. Я пытался уж очень часто и много, когда я делал обзоры новых ароматов, заказывать и пробники, и полноценные версии. И вы знаете, ну все равно, на самом деле, все равно пробники, они схожи, абсолютно схожи. Ну, бывает, наверное, бывает на старуху, проруха. Вот. Но тем не менее, в общем, я хочу сказать, что они похожи. Поэтому я буду надеяться, что все-таки этот пробник, он похож на аромат. Все. Все, друзья, под конец видео впечатление поменялось, я не знаю. Нет, но еще раз хочу сказать, что мне кажется, что я не считаю, что вот этот вот аромат достоин вот такой вот высокой суммы. Я думаю, что, ну, как обычно сейчас стоят ароматы, ну, в пределах там 6000 тенге, ну, извините, не 20 тысяч. Вот. Поэтому не знаю. Ну, в общем, очень хочется его попробовать на свежем воздухе, как он откроется. Я вообще в шоке. Итак, друзья, я все-таки протестировал этот аромат. Я утром, перед работой надушился и пошел на свидание. Ну да, с таким ароматом ходить только на свидание. Друзья, на самом деле, первые 15-20 минут прошли быстро. Я этот аромат перестал чувствовать, слышать. Но это и нормально для нас, для нашего тела. Это неплохой показатель, что аромат мы не слышим. Мне не понравилось то, что первые мои встречные люди, которые меня встретили, я им... Итак, друзья, ну что, вы слышите этот аромат? Клиенты сказали, нет, Алексей, что это за такой волшебный аромат, который мы на тебе не слышим? Друзья, ну не знаю, в общем, вот такой вот у меня получился отзыв. Аромат мне не понравился, мне он не подошел, и по стойкости он абсолютно не соответствует своей цене. Может быть, это мое капризное тело, на котором этот аромат не держится. Поэтому я буду ждать ваших отзывов, ваших комментариев, кто заказывал данный аромат и насколько он вам понравился. Но у меня на этом не все, друзья. Впереди вас ждут еще больше затестов, еще больше новинок, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте делиться этим видео с друзьями. На этом у меня все. Спасибо большое за просмотр и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока!